версии 0.4. Это третий грейд, под открывает тоже 3. Мы видим, что у него есть электрика какая-то. Вот и, собственно, все. Сразу для третьего уровня, для третьего грейда мы видим, что у нас повышается стоимость разборки, бонус от разборки 6, 12 и 30 LT линстокенов за полную разборку этого корабля. Поэтому постараемся не пропустить. Самые простые детали, которые тут есть, это внешние навесные элементы. Третьего уровня они очень просто крепятся. Salvage secured. Credits deposited. Salvage secured. Account credit applied. И они, собственно, останутся у всех местах, где они не прорезаны. Есть с возможностью полного уничтожения. Это вот такого типа, у которых есть такой значок квадрат в груди. Если резать его вот по этому значку, здесь или вот здесь, то он полностью испарится. Эти части, соответственно, так не вешаем, и всегда останется на месте. На более кораблях с ценными кольцами, например, это играет роль, там нужно нарезать его этим значком. Иначе точки зрения повесит по полтонны и будет очень сильно мешать. Salvage secured. Credits deposited. Salvage secured. Account credit applied. Давать полки нашему корпусу.
деле нет, часть можно не снимать, все равно она идет вместе с процессором, но она ни на что не влияет и ничего не мешает. Эту часть тоже не трогаем. Заходим внутрь, видим, что кислород у нас тут отсутствует. Note that excess carbon dioxide can cause damage to Link's equipment.
Почему-то хотелось вообще целиком. Вот это произошло. Эти все корабли у нас делают слишком огромные. Five minutes left in the shift. Knock out that work order before they turn the lights out on you. We ran. Valuable object processed. Credits deposited. Credits deposited. Salvage secured. Credits deposited. С кабелем надо быть аккуратным, не надо бить ни обо что. Когда мы наводим на кабель, видите, у них сносочка такая с пяти точками. Это жизни. То есть прочность этого компонента. Если она есть, то ее нельзя ни обо что бить. Иначе он может потерять прочность, и тогда он может потерять эффективность. Raw material process. Credits deposited. Warning. Oxygen reserves are low. Object accepted for processing. Credits deposited. Oxygen reserves are critical. Please contact your plan administrator to add asphyxiation coverage. Больше третье можно, в принципе, сразу не брать. Так, эта стена у нас уходит в фурманс, а вот двери у нас уходят в процессор. По сути, двери не имеют смысла забирать, потому что они стоят там копейки. Вот, вытащить их отсюда практически невозможно. Единственный способ их вытащить — это в закрытом состоянии порезать их пополам. Тогда они порежутся в 4 части. Эти 4 части можно кусками. Ну, как мы посмотрим по результатам шифта, стоит это не копейки. То есть заморачиваться над дверьми я лично не вижу смысла. Вот эта дверь, например, закрыта. И ее вообще не вытащить из стены. Ну, то есть только если разбомбить всю стену. Но на разбомблении стены мы потеряем больше массы, чем стоимость самой двери. То есть каждый раз, когда вы что-то режете на куски, из-за испарения вещества на месте разрезов много меньше. Ну, вот этим вообще-то мы не будем. Потому что у нас есть еще компьютер внутри, мы можем увидеть. Да. Теперь же отбираем вторую сторону. Точно так же. Thank you.
вот закончился. Давайте посмотрим. Где у нас 232 килограмма. $1000 всего. То есть особо смысла разбирать дверь нету. То есть нам за дверь вот дали только же сколько, две лампочки. Если дверь закрыта, то выковыривать ее бессмысленно. И мы почти закончили первую сертификацию нашей разборки. Пока что мы в плюсе. Продолжаем. Хороший. Thank you.
больше настройки. Можно их давать. Мы тоже не даем, но в них работы. Carbon dioxide can be secured. Account credit applied. Salvage secured. Credits deposited. Oxygen reserves are critical. Welcome to Visitron 9000. Thank you for your purchase. Oxygen levels stabilizing. Salvage deposit accepted. Credits transferred. Может быть, уверен, что на этом пути у нас будет никаких.
Собственно, все, разборка коридора у нас завершена. Ее можно отстегать от кабины и сдавать на... Reserves are dropping below statistically profitable levels. Смотрим.
на верхний наш индикатор. Deposit accepted. Мы успели все сдать до того, как у нас кончился таймер. Как мы уложились в два шифта с разборкой этого корабля. Вот за второй шифт мы получили почти 2 миллиона. Что не может не радовать. Да, батареи очень дорогие. Стекло тоже. Неплохо так сиденье. Корзин. Столики. Больше всего, конечно, до терминала пришло. До консольки. Ну, а остальное по мелочи набежало. Панельки там на карбон. Так. И в итоге по факту мы получаем 30, ну сколько тут, 48 ЛТ. Ну, такой неплохой плюсик. Всем спасибо.